Всем привет, друзья! Просили показать, как сбросить межсервисный интервал, потому что он там загорает через каждые 5000, а ТО через каждые 10000. Вот, значит, с левой стороны на руле есть кнопка, то есть проходим в меню, нажимаем ее, появляется окошечко, то есть выход, время, тема, перелистываем с помощью стрелок. Также здесь с левой стороны на руле стрелочка влево-вправо. Здесь можем посмотреть ошибки, какие здесь горят. Это вот нужно заправить топливо. Выход, дальше можно сделать, поставить время, тема, то есть цвет, цветовая гамма приборной панели. Дальше можно выставить сигнал превышения скорости. Здесь на данный момент стоит 120 км в час. И информация о поездке. Так вот, чтобы сбросить межсервисный интервал, нужно нажать информацию о поездке. Опять вылетело. То есть, надо довольно-таки быстро делать, чтобы не вылететь. Информация о поездке, здесь у вас межсервисный интервал. То есть, вот здесь написано прям, при удержании... Сейчас поближе поставлю. Давайте здесь. Все-таки поближе будет. Бликует иначе. Камера маленько не улавливает. Вот информация о поездке. И вот, удерживать 5 секунд для перезагрузки, для регулировки, для выхода. То есть, все, в принципе, здесь указано, что надо делать. И в этом же окошечке, где информация о поездке, вы можете сбросить межсервисный интервал. Давайте сейчас с вами попробуем. Вот он, межсервисный интервал. Заходим. Заходим и удерживаем вот эту кнопку 5 секунд, и он сбрасывается. Так, информация о поездке. Удерживаем 5 секунд. Но в данный момент, видите, обнулился до 5000 ровно. То есть там 3 километра буквально. То есть через 5000 она опять вновь загорится. И таким образом вы можете скидывайте через каждые 5000 ключики, которые появляются на приборной панели желтеньким цветом. Это то, что касается Тига 4. Если видео было интересным, ставим лайки, пишем, на какие автомобили запилить видос для скидывания ключа межсервисные интервалы. Всем пока, ребят. Удачи, до новых встреч.